Муниципалитеты республики подводят итоги социально-экономического развития за 2015 год. Совещание на эту тему состоялось в Цивильском районе. Встречи в районах стали традиционными. Благодаря им укрепляется обратная связь с жителями республики. С одной стороны, уменьшается количество неверных управленческих решений, а с другой увеличивается число предложений и инициатив по развитию района. Поддержка малого и среднего бизнеса в условиях непростой экономической ситуации выходит на первый план. Это очень хорошо понимают на федеральном уровне. У вас предпринимательство очень сильно получило развитие за последние годы. И сейчас мы встречались и два дня здесь работал руководитель федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса, отобрали проекты, но здесь отбирается очень высокотехнологичное производство. Филиал ООО «Авангард» Цивильский Бекон – одно из наиболее успешных предприятий. Это многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, в котором успешно совмещают два направления – растениеводство и животноводство. Свинокомплекс спроектирован в соответствии с западноевропейскими стандартами. Благодаря высокотехнологичному оборудованию предприятию удается сократить эксплуатационные затраты. При этом высочайшее качество продукции позволяет успешно конкурировать на рынках страны. Предприятие уже вовсю готовится к весенним полевым работам. Вся техника у нас уже до Нового года была подготовлена к проведению весенних полевых работ. Всего здесь находится 19 единиц техники. Весенние полевые работы мы можем фактически провести в течение недели. Для этого имеется весь комплекс техники. Кроме этого, имеется достаточное количество минеральных удобрений. Нам необходимо, чтобы получить высокий урожай, примерно 450 тонн. Они сегодня уже привезены. У предприятия есть своя стратегия развития. Здесь планируют еще увеличить посевные площади, чтобы закрыть потребность в зерне. Бюджет Цивильского района исполнен на 99%, а в бюджеты муниципальных образований района собственных доходов поступило на 3% больше запланированного. В 2015 году в Цивильском районе построено 3 ФАПа. Введено в эксплуатацию после капитального ремонта детское отделение Центральной районной больницы. Район один из лучших в республике по реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Михаил Игнатьев нашел время встретиться с трудовыми династиями Атмановых, Анисимовых и Смирновых. В год человека труда очень важно привлечь внимание к каждой профессии. Когда молодые люди увидят, какого уважения и признания добиваются настоящие мастера своего дела, тогда можно будет говорить о рабочем престиже. Стаж работы у меня 40 лет. Всего у нас 618 лет. Идет из 4 поколений. Начиналось от прабабушки. У нас все профессии связаны с сельским хозяйством. Трактористы, комбайнеры, рабочие, скотники. Сейчас нашу династию продолжит мой сын. Он работает в хозяйстве «Колос» инженером-механиком. Глава Чувашии вручил награды лучшим работникам района, а молодежи – свидетельство о назначении специальной стипендии за особую творческую устремленность. Родион Архипов, Сергей Рябчиков, Республика.